Секретарь местного отделения «Единой России» глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил важность патриотической акции «Диктант Победы». Он подчеркнул, что это не только прекрасная возможность проверить свои знания истории Великой Отечественной, но и отдать дань памяти ветеранам, участникам войны и труженикам тыла. Глава выразил надежду, что и в этом году наш округ покажет достойные результаты. Напомним, «Диктант Победы» пройдет 29 апреля. В Одинцовском округе его проведут на площадках 5 школ и 2 воинских частей.